В рамках первенства Южного федерального округа по тэквондо, который пройдет на курорте в ближайшие выходные, состоится и открытый чемпионат города Сочи. В оздоровительный комплекс «Дагомыс» именно здесь пройдут соревнования, уже съезжаются спортсмены. Всего их соберется более 500 человек. Задача ребят – работать на результат, а вот успешное проведение самого турнира зависит от судейской коллегии. Для арбитров решили провести специальный судейский курс. Здесь не делают никаких открытий. Просто правила в тэквондо довольно обширны, специфичны, и их необходимо систематизировать. Об особенностях применения всем известных правил на своем опыте тренерам Юга рассказал коллега из северной столицы. Юрий Щеглов подобные семинары проводит по всей стране и отмечает, что такая интерактивная форма работы, да еще и с тестированием, дает результат. Научиться объективности, отмечает вице-президент Российской Федерации тэквондо, невозможно. Твердость в характере или есть, или ее нет. А вот профессионализм – дело наживное. Мое глубокое убеждение, что студии по тэквондо должны быть все-таки более универсальны. У нас есть несколько позиций. В судейском расписании раз. У нас достаточно много соревновательных видов. И вот по-настоящему профессиональный судья должен уметь судить все. И там, и там. Если судья не умеет судить все остальные разделы, то я считаю, что он как бы не может в полном объеме претендовать на звание там судьи, тем более на какую-то судейскую категорию и так далее. Вот я считаю, моя задача привить это вот юным судьям, особенно это умение быть универсальным. Турнир ЮФО отборочный. В начале ноября в Екатеринбурге пройдет Кубок России. А вот участниками традиционного уже 12-го по счету Кубка Черноморского побережья станут спортсмены помладше. Краевая федерация находится именно головная в Сочи. И у нас есть спортсмены и тренера, которые выигрывают этот чемпионат первенства России, выезжают на Европу. Мы надеемся на этих спортсменов и будем за них болеть. Наши победители в данных соревнованиях, они получат еще не только медали, кубки, но и получат соответствующее звание кандидата мастера спорта и мастера спорта Российской Федерации. Тэквондо в Сочи занимаются более 700 ребят. Школы этого вида единоборств открыты во всех районах курорта. Уровень подготовки, отмечает и гость турнира, в городе достаточно высокий. Возможность же повысить свое мастерство и перенять опыт у сочинских тэквондистов, возможно, появится в феврале. У Сочи есть все шансы провести ближайший чемпионат России. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.